Всем привет! С вами я, Спокойный Грибник. Сегодня у нас 27 июля 2022 года. Сегодня я выбрался за грибами на разведку, посмотреть, как обстоят дела. До этого просто дожди нас заливали. И погода была жаркая, так что я надеюсь, что-нибудь да найду. Хотя не было такого, кстати, дня, когда я ходил за грибами и не нашел ни одного. Один, единственный. Ну, всегда находил. Так что посмотрим, как и сегодня все произойдет. Лес у меня смешанный. Ну, больше лиственный. Смотрите, как мокро. Вчера, да, дождь был очень сильный. Ну, ладно. Прям в предвкушениях. Мне кажется, сегодня я по-любому что-нибудь найду. Так что всем приятного просмотра. А мы погнали. Друзья, первый гриб есть. Сейчас мы его посмотрим. Ух ты! Обалденный подосиновик. Смотрите. Чистенький. Вообще замечательный. Молоденький. И это здорово. Значит, начало есть. И будем искать дальше. Вот она, еще одна находочка. Опа. Опа, смотрите, комары лютуют весь в крови. Так, вот, смотрите, какой хороший. Ножичка у нас. Червивенька немного. Сейчас мы ее проверим. Угу. Ну, здесь, в принципе, нормально оберется. В принципе, нормально. Ножка вся была гнилая. Ну ничего. Смотрите, какой грибочек нашел. Ну, старенький, мягкий. Пускай растет дальше. Смотрите, какой наишикарнейший просто грибочек. Просто огонь. Супер. Вообще находка реально крутая. Так, и вот, смотрите. Сколько? Вот маленьких. Маленьких очень много. Значит, только появляться начинает. Главное, за ними потом вовремя успеть. Не как в тот раз. Здорово. Это еще, смотрите. Маленький. Вот он какой. Суперский. Вот. Ну вот столько у меня пока получается. Конечно, дождей было очень много. Ожидалось, конечно, побольше грибов. Но все равно это хорошо. Кстати, грибников просто тьма. Реально тьма. Даже не знаю, в какую сторону идти. Сейчас буду смотреть, выбирать. Ну ладно, погнали. Друзья, смотрите. Вот это да, вот это сказка. Вот он, первый грибок какой. Потом смотрите, второй, третий. Давайте чуть-чуть дальше пройдем. Четвертый и пятый. Вообще шикарно. Не ожидал, если честно. Так, сейчас я сорву их и вам покажу. Вот смотрите, какая семейка замечательная. Все молодые, крепкие, нечервивые. Просто шикарно. Честно, даже не ожидал. Потому что, блин, смотря сколько реально здесь грибников, просто я не знаю. Все как будто сорвались. Именно сегодня. А я вот нашел. Причем не на своем месте, а нашел новое. И это здорово. Ну ладно, будем искать дальше. Настроение просто шикарное. Повторяю, сегодня у нас 27 июля 2022 года. Грибы пошли. Ура! Я вообще в восторге. Чуть-чуть отошел. И смотрите, еще какой грибочек. Шикарный.
Слышите? Кто-то на тракторе уезжает. Обалдеть. Грибников, конечно, дофига. Но их фиг с ними. Свои грибы я всегда найду. Так, вот смотрите еще. Вот. Просто красавчик. И еще один. Опа. Обалдеть. Просто шикарно. Смотрите. Это сказка. Это мечта просто. Мечта грибника. Супер. Да, смотрите. Наступил. Еще на один наступил. Жалко, блин, они прям под ногами. Я их даже не вижу. Под этой травою. Вообще, блин. Ладно, будем сейчас здесь аккуратненько идти. Ой, жалко, конечно. Ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Ничего страшного. Сейчас пройдемся здесь. И посмотрим. Смотрите, еще один грибочек. Ножка у него была гнилая полностью, но шляпка чистенькая, замечательная. Супер. Так, идем дальше. Смотрите, у меня прям, вы знаете, все ноги просто мокрые, прям нереально. Опачки, а вот это что у нас такое? Смотрите. Ха-ха. Обалдеть. Обалдеть. Смотрите. Офигеть. Вообще. Смотрите. Супер. Обалдеть. Даже не ожидал. Ох, здорово. Вообще шикарно. Ура. Отлично. Смотрите, сколько я набрал. Считаю, прям очень-очень здорово. Грибы начинают появляться. Грибы молодые. Здорово. Есть, конечно, немного червивые, но вообще не столько, сколько я ожидал. Я думал, будет, наверное, процентов 50. Но нет. Так что я очень доволен сбором. Разведка удалась. Так что всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Всем полных корзин грибов. Пока.